Добрый день! Сегодня у нас на обзоре будут кроссовки от Adidas. Модель летняя, для активного отдыха, для спорта, да и просто для ходьбы. Сами кроссовки называются Adidas Light Row 2. Сейчас покажу, как они выглядят. Здесь вот биркой. Такая вот бирка у нее. Такие вот кроссовки. Очень легкие сами по себе считаются. Если вы берете для бега, то для бега, в принципе, для любительского без проблем. Кроссовки легкие за счет того, что здесь специальная облегченная версия этиловинилацетата используется, выполненная по технологии Light Strike. Немножко отошел от темы, перейдем к верху изначально. Вверх здесь двухслойная сетка, хорошая вентиляция с оставками синтетики по всему периметру. Спереди все прошито, здесь уже идет проклеено, проклеено все. Боковой такой диагональный логотип. Здесь тоже прошито все. Серебряный такой значок. Здесь такая перфорация. Очень плотная пятка. Шнурки прямоугольные. Мягкие, перфорированные. Развязываться не будут 100%. Мягкий язычок. Вот это размер получается 27, длина стельки 41 российский, по весу 230 чем-то там, ну 238, насколько помню, грамм, взвешивал тоже. Очень хороший показатель для такой обуви. Промежуточная подошва здесь идет, как я сказал, этиловинилацетат по технологии Light Strike, облегченный, то есть... В пятке идет вставка Adiprene, то есть это, как вы уже, думаю, знаете, кто мои обзоры смотрит, Adiprene вставка отвечает за амортизацию пяточной области, защита от ударов, от различных нагрузок, защита, грубо говоря, от травм. Плотная, хорошая пятка, такой стабилизатор, вот мягкий материал по всему периметру ахилла и пятки. Так, теперь к резине. Износостойкая резина Adiwear. Универсальный протектор, ну, как бы в первую очередь для асфальта. Хороший такой летний вариант, я говорю, для активного отдыха. Так, теперь перейдем, посмотрим, какая здесь стелька. Стелька не буду вытаскивать. Очень хорошая плотность. Внутри идет подклад, все прошито. Сверху идет, видите, еще мягкий подклад над стелькой. Стелька из этиловинилацетата. Хорошая амортизационная, очень плотная, качественная. И сверху еще мягкий подклад. Ну, для дополнительного комфорта, чтобы нога не ходила ходуном внутри. Внутри вот так вот все это выглядит.
Очень мягкая, комфортная модель, очень легкая. Кто ищет для ходьбы, для бега, вариант в принципе достойный. Тем более цена этого варианта всего лишь в официальных магазинах 3990-4490. У меня такие стоят в районе 2500. В принципе, такая вот версия. Все как бы хорошо сделано. Единственное, что здесь нет усиления под большой палец, ну, в принципе, двойная сетка. Я думаю, если у вас проблем не бывает с протиранием вот этой области, то вам модель, в принципе, это подойдет. Такие вот кроссовки. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Thank you.